Хост не я. Человеку дают хоста, походу. Так, Скотти Пипа. А, у него Кевин Лов, кстати, даймондовый. Это тот парень, который попадает абсолютно все. Ну, посмотрим, как он сыграет Кевина Ловом, даймонд. Сможет ли он реализовать его потенциал. Нет, я все-таки дома играю. Это приятно. Хоть какой-то плюс. Ой, давайте попробуем обыграть парня с этой имбо-картой. Почему бы нет? Давайте посмотрим, у меня Лоша умеет ли кидать трешки. Ну да, может кидать, но желательно, чтобы он стоял. Итак, Кир. Ну, Сефалоша, ну вот это бросок. Чё это за бросок такой был? Абсолютно открытый момент, все хорошо, не попал. Слушайте, мне это не нравится уже. Я уже даже опасаюсь за потенциальный исход матча. Кстати, у обоих формы такие преимущественно желтые. У него Бостон Брюинс, видимо. Фанат хоккейный, что ли? Ох, красавец. Кер, молодец. Очень быстрая треха, плохой тайминг, но как хорошо попало. Молодец. А, пик-н-ролл бич. Пик-н-ролл only, dude. If you can't play, you must pick-н-ролл only play. О, Стив Керт, ребят, шикарно вообще. Посмотрите, что творит. Две подряд трехи, причем откуда издалека вообще нереально просто бомбанул. Ему бы заигрывать своего основного игрока, он занимается каким-то анонизмом абсолютно. Ну, смотрите, вообще из-под кольца он не промахивается, похоже. Там было дичайшее сопротивление, а сопротивление все равно попал. Ух ты, а было бы и another one, было бы круто. Ой, Стив Кер подобрал мяч. Ну что ж так... Не, ребят, это не случайность была. Очень плохой игрок, Смит. Джиар. Очень плохой. Стив Кер зато хорош. Да что ж такое-то с тобой, друг мой? Что случилось-то, ну? Ты ж был хорош. Нереально просто. Джиар, конечно, очень плохо. Ой, плохой бросок, плохой бросок. Черт. Плохо. Нормально. Пошел. Третий пошел. Пока что только Кер забивает в команде, больше никто вообще. Да ё-моё, ну это ненормально, ребят. Это отстойнейшая карта просто вообще. Реально отстой просто. Джиар Смит это бомж. Я не понимаю, почему D+ дали рейтинг. Нормальный бросок, абсолютно нормальное расстояние, абсолютно для броска. Че ему не понравилось, непонятно. Бич, стоп паузин. Блин, ненавижу пацанов, которые кидают и нажимают паузу.
Такой no manner вообще. Ну так ты забей гол. Дождись, пока мяч там в руки возьмут или еще что-то. Как завершится атака чья-то. И возьми паузу. Стендинг выше. Так а я только что кидал moving shot. Только что же moving shot кинул. Пошел вон, пес. Стив Кер, как всегда, на подборе. Никого ж там больше нету. Мани. Блин, Стив Кер красавец. Стив Кер красавчик, а. Просто вообще. Найс. Фиг тебе. Фиг. Блин, что делает Стив Кер? Даже с убогим таймингом, что забивает вообще? Все подряд, а? Вот кого надо, ребят, для Гантлета отобрать, Стива Кера. Вообще все подряд кладет. Very nice. Вот сейчас бы поменялись командами, я бы вот так наказал вообще Кевином Лавом. Просто бы порвал. Помните, парень аж ливнул из игры со злости. Кевин Лав может вообще все забивать, все, что хочет. При желании. Ну, если руки прямые. Ну вот, это не прямые руки, ребят. Извините, конечно, но это жопоруки какой-то. Выложи серию нагиба Лава. А, когда я им нагнул, что ли, я же выкладывал. Или не выкладывал, когда я выиграл Кевином Лавом. На YouTube еще не выложил, что ли? Серьезно? Черт. Кевин Лав очень универсальный, да, здесь. Очень. Да блин, ну что ж ты пасты отдать не можешь? Даже Джер Смит даже пас отдать не может, понимаете? В этом его проблема. То есть абсолютно кривой игрок какой-то. Сломанная карта. Не понимаю, почему. Блин, еще и мячи теряет. Ну ё-моё, Джиар, Джиар. Защищаться вообще не может. Пень. Да, он больше ляма стоит. Выложена эта серия? Окей. Вообще идеальный чувак. Он вообще почти не промахивается. Стив Кер, друзья. Шикарная карта. Очень рекомендую всем. С утра, что ли? Нет, не с утра, ты что? Что-то не получается у меня пройти под кольцо. Не, ну... Ну, блин, ну какой это кривой Джиар Смит. Это же ужас просто. Стив Кер играет за всех один. Блин, что делает он, а? И навешивает, и попадает. Вообще невероятный просто Гантлет игрок. Я в шоке просто от Стивена Кера, ребят. Вот кого надо в Гантлет-то брать, понимаете? Нафиг брать всяких там бомжей, типа, это, как оно? Ох, фак.
Джиар Смит вообще бомж по сравнению с ним. Вторую игру уже мне сливает. Вторую игру подряд. Писец, ну кирпич вообще, дебил какой-то. Я не понимаю, как можно такие промахиваться. Ну идеальный тайминг, идеальная позиция. Чё ты промахиваешься, ты дебил? Иди нафиг тогда из НБА. На тебе, Стивеном Кером. Вообще нереальный парень. Просто невероятная карта для Гантлета. No way, fuck. Блин, да что творит, а? Это же просто невероятно, а? Блин! Чё тебе мешало попасть? Найс. Кирпичный завод. Ох, молодец. Ну, наконец-то ты что-то забил. Фух. Ну, нормально, да? Самый дикий бросок Кевин Лав забивает. Самое жесткое вообще сопротивление, которое только сделал. Идеально все было сделано. Попал. Как тебе состав? Вестбрук, Дрексер, Кавай, Динамик, Гарн, Дэвис. О, отличный состав, вообще шикарный. Будешь решать, бро. Писец просто вообще. Как он это делает? Я забил, короче говоря, 47% трехочковый, и при этом Стив Кер забил 8 из 15 трешек. Вау. Феноменально вообще. 9 из 16 бросков. 17 очков забил Стив Кер, 5 подборов. Больше чем Сифалоша, Лололоша подобрал. 4 передачи сделал. Ни одна атака без него не обходилась. Обалдеть просто. Это просто невероятно. Надо посмотреть, сколько он сейчас стоит. И надо просто покупать его и в Гантлете играть. Ничего вообще не нужно. Купил Стивена Кера и нагибай всех. Чик-чик-чик, блин. Давай, вперед. Класс вообще. Вообще класс. Феноменально. Лучший серебряный игрок, по-моему, для Гантлета вообще ever. О, какой бейдж шикарный. Relentless Finisher. Такой дорогой вообще. 3 с лишним тысячи стоит. Один такой этот бейдж. Давайте посмотрим, сколько Стив Кер стоит. Так, а какой лучше трехи кидает? Нет, надо именно Булс брать. А, подождите, так этот еще и... Этот-то еще и хуже Кер. Надо вот этого брать. У этого вообще треха зашкаливает. Посмотрите, Moving Shot 3, 92. Я не знаю, как этот попадал. Этот еще лучше. А
Зря сейчас играешь, Боб Кузи не очень. Ну, посмотрим. Очень, не очень. Разберемся. Офигенный просто вообще. Вот этого надо парня брать, и больше ничего не нужно. Обалдеть вообще. Феноменально. Очень рекомендую, ребят.